Александр Иванович, ну, заключительный спарринг турецкого сбора позади. Ваше первое впечатление об этой игре? Ну, хорошая игра с обеих сторон. Я считаю, что, в общем-то, где-то, если в первом тайме немножко не разобрались в средней линии, то второй тайм, в общем, как-то корректировали все эти моменты. Перехватили инициативу, но, к сожалению, не удалось забить. В общем, у соперника были такие острые контратаки. Ну, игра с обоюдными шансами. И пока проблемки те же остаются, что где-то немножко созидательная игра в центральной зоне не удается. Хотя, в общем, с выходом нежели где-то удавалось скрывать правый фланг, слева тоже не так, как хотелось, к сожалению. Но в целом доволен. Доволен, как хороший, еще раз говорю, немножко не хватало концовки. Где-то спешили, торопились, хотели выиграть, но немножко зажато, ребята, к сожалению. Александр Иванович, нежели Вскрыльников эти люди после долгих пауз восстановления впервые появились, как вот их игры довольны? Ну, Костя, конечно, чувствует, что еще так нужно добавлять. Я знаю, в общем, так как агрессивный игрок, а нежели сыграл очень прилично, хорошим. Я, в общем, ждал, когда он попросит замену, но, в общем-то, так неплохо выглядел на протяжении всей игры. Если бы еще побольше использовать немножко, то принес больше пользы. В целом, сбором прошедшим довольны? В целом довольны, в общем, все условия для работы были, проблем нет никаких.